Человек-паук. Мы поймали снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта. Здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Барабаньки. Никто не любит геймеров. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в компании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Снайпер должен быть где-то здесь. Один есть, еще двое. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Включаем. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? Ничего не поняли. Вовремя. Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграете время, а я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Мы предъявили ваши требования окружному прокурору. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Договориться.
которые бездействуют. Пожалуйста, отпустите, забирайте наши деньги. Хватит ныть. Мы их отпустим, но нам нужно доказательство, что заложники не пострадают. Вы испытываете наше терпение. За это вы заплатите их кровью. Сладких снов. Не храпи. Спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Питер, я готов начать новый тест. Ты где? Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу.